это прежде всего социализация. Те ребята, которых не все в порядке в жизни, которые когда-то оступились, которые какие-то совершили правонарушения, пообщавшись с теми ребятами, которые занимаются в патриотических клубах, многие начинают задумываться и многие приходят в клубы. Это, наверное, самое главное. Это их путь, наверное, к исправлению. И если из них вырастут настоящие патриоты, то мы будем только рады. Настрой максимально боевой. Будем тянуть канат, разбирать автоматы, бегать по станциям. Вообще все, что угодно будем делать. Победа главная. Именно здесь мы в первый раз до этого участвовали, да, на подобных соревнованиях. То есть это были «Орлята России». Мы ездили почти таким же составом. Это были областные соревнования. Заняли, грубо говоря, ну, второе место. Наши ребята всегда выкладываются на полную, так как что соревнования, что тренировки, мы всегда делаем все по максимуму и на полную. Мои ребята очень молодцы, и я очень сильно постаралась на этих станциях. Я учащийся кадетского класса, и для меня эти все соревнования – это очень весело, активный вид отдыха для меня. Это возможность познакомиться с новыми ребятами, друзьями и отлично провести время.